Добрый вечер, я рада приветствовать вас на территории Свободы. Сегодня у нас вторая тематическая программа, посвященная предвыборной кампании. Мы знакомимся с программами кандидатов. Сегодня мы будем говорить о ситуации в сельском хозяйстве. И, как вы понимаете, это будет напрямую связано с тем, в какой ситуации находятся наши села, наши территории. Многие вопросы будут заданы. Сейчас в моей студии находится вице-председатель партии «Действие и солидарность», кандидат-депутаты от этой партии Владимир Боля. Добрый вечер, господин Боля. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Спасибо, что нашли время ответить на мои вопросы. С большим удовольствием. Первый вопрос. В какой ситуации сегодня находится сельское хозяйство? Насколько оно соответствует нашему календарю? 21 век? Нет, безусловно, конечно, нет. Но некоторые предприятия, учитывая тот факт, что у нас была программа поддержки и ремодернизации нашего сельского хозяйства, имеют там жандиры и другие виды техники, которые соответствуют уровню 2021 года, а во всем остальном у нас, конечно, средние века, что касается сельского хозяйства. Мотыга, сапа. Более того, если мы проведем такой анализ происходящих событий в сельском хозяйстве, мы будем говорить про животноводство, то я могу с ответственностью сказать, что в Республике Молдова на сегодняшний момент практически нет животноводства. Потому что, чтобы наши телезрители понимали, в Молдове на сегодняшний момент 42 фермы, в которых мы выращиваем в фермах, то есть как юридические лица, 7000 голов крупнорогатого скота, который производит молоко для жителей Республики Молдова. В общей сложности в Молдове есть еще 81 тысяча коров, но это население держит их дома. А когда мы говорим про животноводство, мы говорим про фермы. И у нас 7 тысяч коров, которые производят молоко для граждан Республики Молдова. И чтобы ваши телезрители понимали, мы на сегодняшний момент являемся большим импортером мяса и молочной продукции. Мы импортируем сыр, мы импортируем творог, масло, там молоко и другого вида молочную продукцию, которую раньше производили. В общей сложности мы импортируем 168 тысяч литров молока из тех 550 тысяч литров, которые мы употребляем в Молдове. А основная причина в чем? Это не рентабельно, это невыгодно содержать фермы в Молдове? Причин очень много. Самая основная проблема в том, что нет поддержки со стороны государства. Когда мы говорим про развитие любой отрасли, мы должны понимать, что регионально мы находимся между Украиной и Румынией. И для того, чтобы мы могли развивать вот эти отрасли, чтобы наши граждане, которые занимаются этим бизнесом, животноводство, это просто кошмарно, это рабский труд. Это 365 дней в году, ты работаешь без праздников, без Нового года, без Пасхи. Это просто животные, это живые существа, которых нужно кормить, ухаживать. Огромное количество работы, безусловно. И государство должно понимать, что происходит в животноводстве на Украине, откуда идет большой импорт, в Беларуси, потому что оттуда идет импорт, и в Румынии, потому что оттуда идет импорт. И каким образом мы поддерживаем наших производителей? Они занимаются бизнесом, они должны зарабатывать. А чтобы они могли зарабатывать, они должны быть в равных условиях со всеми остальными, с которыми они конкурируют. Поэтому они, проиграв конкуренцию с Украиной, с Белоруссией, с Румынией, они, в принципе, закрывают фермы или просто их не открывают. Соответственно, мой вопрос будет, что предлагает для изменения ситуации партия «Действие и солидарность»? Это произошло еще и потому, что из того миллиарда 100 миллионов, которые мы даем ежегодно с нарастающим на 50 миллионов в год, субсидии для сельского хозяйства, из них только 5% идет на животноводство. А все остальное идет в сельское хозяйство, в другие отрасли сельского хозяйства. Какие? Допустим, сады, там есть огромное количество, там есть стартапы, есть для женщин, есть, допустим, из этого 100 миллионов, 80 миллионов мы начали впервые в этом году, в 2021 году, 80 миллионов леев мы платим по поголовью скота, для каждой коровы платим 8 тысяч леев. Это уже очень такой крупный шаг вперед, потому что мы платим 400 евро в виде субсидий для каждого коровы, которую выращивают в условиях фермы. Это очень хороший шаг. Вы были кандидатом на должность министра сельского хозяйства. Имел честь, да. Да. Соответственно, вы-то точно должны понимать, что должно предпринять государство для того, чтобы молдавские фермеры имели мотивацию заводить поголовье скота, которое будет давать вот здесь наше отечественное молоко, рентабельное, производить здесь, в Молдове. Во-первых, мы должны увеличить субсидии на поголовье скота согласно европейским нормам, потому что они конкурируют с румынами. Во-вторых, мы должны провести очень конкретные реформы, что касается непосредственно
импорта и продажи внутри нашей Республики Молдова местной молочной продукции. И когда я говорю про это, я имею в виду очень конкретные шаги. Допустим, в Румынии приняли такой закон, и мы его и в Молдове тоже проведем. Он настолько интересен для производителей мяса молочной продукции, я буду говорить про них, потому что животноводство — это и мясо, и молоко, как и для потребителей. Потому что, допустим, в Румынии приняли такой закон, в сетях есть отдельные места, где продают молочную продукцию, которая не содержит молоко, вы понимаете? Румыны пошли даже дальше, они стали производить и разливать в стеклянную тару молоко, кефир, сметану, вот то, что произведено в обычном режиме из молока, вы понимаете? И когда вот впервые приняли такой закон, я зашел в один магазин в центре города Яс, и там было вот несколько полок, на которых была вот эта стеклянная тара, и огромное количество полок, на которых была вот такая продукция, которая не содержит молоко, понимаете? Это просто кошмарно. Какой-то сырный продукт, какие-то сырные продукты. Да. То есть и покупатель должен понимать, что покупая, допустим, на 50 бани дешевле, они не намного дешевле, чем продукты натурального производства, которое производят там наши фермеры. Они намного дешевле, они зарабатывают просто бешеные деньги на них. Это там пальмовое масло, там другого вида растительного происхождения, жиры, которые просто перерабатывают и дают нам, ну, даже вкус там насыщеннее идет, вкус кефира, сметана, там и масло замечательно получается у них, а там молока нет. То есть там какие-то продукты, которые они нам сейчас дают, и мы покупаем, не понимая. Вот человек приходит, он покупает в магазине, не понимая, что там он покупает продукт, который ничего общего с маслом, которое в нашем понимании мы знаем, не имеет. Или сыр. Там некоторые магазины, я спрашиваю иногда, я говорю, это сыр или это сырный продукт? Он говорит, ну это сырный продукт. Да. Сырный продукт — это означает, что в нем нет вообще молока. Там пальмовое масло, там красители, там вкусовые прибавки, там все что угодно. И они называют его сырным. Он выглядит один в один, как обычный сыр. По качествам вкусовым, ну, в принципе, может даже быть лучше, и вкуснее, и насыщеннее, и запах, и все остальное, но ничего общего не имеет. Но это один из шагов. Конечно же, что касается программ по развитию животноводства, чтобы мы... Вы понимаете, у нас парадоксальная ситуация. То есть все говорят о том, что не могут продать, а у нас есть спрос, потому что у нас есть все-таки такой сегмент очень большой. Мы импортируем 168 тысяч литров молочной продукции, молока в абсолютном виде. Поэтому есть где развивать животноводство, потому что у них есть потребление. То есть с первого момента, как открывается ферма по производству молока, они буквально с первого дня имеют продажу молока. Мы должны, конечно же, развивать и поддерживать и строительство ферм. Потому что, к сожалению, за 30 лет мы уничтожили и разрушили все фермы. Были некоторые фермы замечательные, они имели... в принципе, и железную дорогу, там имели все, чтобы можно было развивать. Там был и энергетический комплекс подведен, и канализация была, потому что это все важно, когда мы говорим про строительство ферм. На сегодняшний момент, если мы подойдем к этим фермам, бывшим фермам, мы даже место не сможем определить, где это было. Мы это, к сожалению, уничтожили. А сегодня, чтобы построить ферму, это уже миллионы евро. И я думаю, что была одна из программ, даже у сегодняшнего Министерства сельского хозяйства, они так и не дошли до его выполнения, то, чтобы построить на территории Республики Молдова 400 ферм по 200 поголовья скота вот, непосредственно для молочных ферм. И я думаю, что мы примем его и продолжим абсолютно. Да. Существование ферм – штука не очень необходимая. Мы понимаем, что нам это молоко наше местное нужно. Это рабочие места для местных жителей. Это постоянные, не сезонные, а постоянные. Да, это очень важно. Это обеспечение своим продуктом, и это снимает зависимость импорта. Это повышение качества потребляемого продукта, потому что будет наше настоящее молоко. Соответственно, насколько я понимаю, вы говорите о необходимости изменения ситуации в селе в принципе. Да. Да. Потому что, когда мы говорим про сельское хозяйство, почему-то у людей первое такое преимущество, что мы сажаем кукурузу, сажаем пшеницу, собираем ее. Рапс. Да, рапс. И, да, и продаем, и на этом закончилось все сельское хозяйство. Это, я считаю, на сегодняшний момент отношение не совсем правильное к Министерству сельского хозяйства. Это, на мой взгляд, является очень важным министерством.
И я иногда думаю о том, что для следующего правительства, после того, как парламент будет голосовать, выйти с предложением, чтобы министра сельского хозяйства выдвинуть на должность вице-премьера. Потому что это очень важно. Во-первых, мы говорим о том, что в Молдове 60% населения проживает в сельской местности. Во-вторых, 60%. Мы говорим о том, что, к сожалению, было 50 лет 10 назад, а на сегодняшний момент ну, чуть более 23% трудоспособного населения работает в сельском хозяйстве. Работает в сельском хозяйсте. То есть и проживает 60, а работает 23. 23% трудоспособного населения. Кроме всего прочего, что в Молдове есть внешняя миграция, у нас есть внутренняя миграция. Очень низкий уровень жизни. Мы говорим про наши деревни. Урбанизация. Урбанизация, да. И если вы помните, в советское время проходила урбанизация, и она была вот по приказу, и люди по-любому не уезжали из деревень. Они превращали колхозы в совхозы, они приходили из крестьян, приходили в рабочих. Вот была такая программа по урбанизации в обязательном порядке. Было плохо, было хорошо, мы не будем про это говорить, но была вот такая обязательно урбанизации населения, и люди по-любому не уходили. Заводы, фабрики, нужны были рабочие руки. Но люди не уходили из деревни, по-любому не уходили из деревни. А на сегодняшний момент такой программы нет у государства. А из-за того, что у государства вообще нет никаких программ по развитию деревни, люди уезжают от безысходности. Потому что, во-первых, нет постоянного рабочего места. Если ты находишь рабочее место только сезонное, и ты работаешь каждый день, и тебя оплачивает день вот с осени, если закончил сбор урожая, поденщики. Кроме всего прочего, уровень и условия жизни в деревне в большинстве своем это средние века. Это средние века, это нет воды. У нас в процентном соотношении на уровне Республики Молдова 3% покрыто канализацией. Покрыто канализацией. То есть не везде есть уличное освещение, не везде есть тротуары. А в 2021 году люди даже в деревне, они должны жить, в принципе, как и городской житель. Он должен иметь те же условия жизни, абсолютно нормальные, которые должны соответствовать 2021 году. Вот когда мы говорим про Министерство сельского хозяйства, это и про это тоже. И впервые в 2019 году, чтобы быть до конца объективным, было предусмотрено, что из этого миллиарда 15% каждый год давали на проекты до 3 миллионов на развитие сел. Вот каждый примар из этих миллиарда, ну, поскольку ему доходит очередь, когда он дает проекты, там, допустим, отремонтировать школу или еще что-то, от начала до конца, он может взять из этого миллиарда 100 миллионов, который каждый год растет по 50 миллионов сейчас, взять до 3 миллионов вот такие маленькие проекты на развитие условий жизни в деревне. Я нашла в вашей программе, что вы предлагаете построить 3000 километров централизованного обеспечения водой и канализацией. И продолжить обеспечить, подключить к Кишиневскому водопроводу центральную зону страны и к северному, чтобы продолжить водопровод Бельса-Сорока, да, чтобы к этому подключить. Это общий план развития Молдовы. Это вообще общий план развития страны, я понимаю, но я хочу понять, откуда на... Мы же понимаем, что это все работают дорогостоящие. Где на это брать деньги? Я помню, как газифицировалась Молдова. Сейчас, если я не ошибаюсь, 95 или 97% страны газифицировано, если считать по населенным пунктам. Если посчитать по, реально по жителям, выйдет другая чуть-чуть ситуация, потому что довели до центра, до примарии факел, а дальше каждый за свой счет, и не у всех есть деньги, довести эту трубу до своего хозяйства, до своего дома. Воду, водоканал, водоснабжение, канализация, они по такому же принципу должны делаться? Нет, они не по такому принципу. Это все деньги идут из государственного бюджета. Если мы говорим о том, каким образом подключаются люди, то вот от центральной трубы к себе домой, и все. То есть проходит труба мимо него, и вот он подключается к канализации и воду. И здесь, я думаю, что по-другому не будет, когда мы сейчас говорим. То есть, вот знаете, у нас даже в Кишиневе не везде есть канализация. Абсолютно с вами согласен. Мы говорим про общий проект. Конечно, это очень дорогостоящее, но мы должны еще понимать, что на сегодняшний момент, если мы даже найдем деньги, мы не сможем это все использовать в единочасье, потому что все эти работы начинаются в апреле месяце, мае месяце, и могут быть сделаны, ну, в лучшем случае, до октября. То есть, по возможности, мы говорим о том, что все это будет очень длительный процесс по строительству, важно их начать. А когда мы говорим про деньги, на мой взгляд, очень важно понять, что бюджет Республики Молдова сегодня, при том очень слабом налогообложении и собираемости налогов со стороны налоговой инспекции Министерства финансов, мы по-любому имеем 44 миллиарда леев.
это 2 миллиарда евро. И при том, что у нас в Республике Молдова 1532 примерно населенных пункта, ну, чуть меньше, без одной 900 примарий и 2,5 миллиона жителей, то, конечно, я считаю, что эта сумма очень большая, и ее просто разворовывают на сегодняшний день. Если вы знаете, вот Международный валютный фонд провел анализ и считает, что каждый год из бюджета Республики Молдова воруется 50%. То есть 1 миллиард евро из бюджета воруется ежегодно. Ежегодно. Поэтому я считаю, что для того, чтобы говорить о том, что мы будем приносить деньги из-за рубежа для строительства и развития Республики Молдова, в первую очередь мы должны разобраться, каким образом разворовываются наши государственные деньги. Я просто включила, чтобы почитать вопросы, которые вам будут задавать. Извините, это случайно, такой технический сбой. А разворовываются со страшной силой государственные деньги. Просто разворовывают. То есть, если посчитать, что выводить из теневой экономики, если прекратить контрабанду и прочее, то у нас появляются деньги для проектов по изменению ситуации. Нет, смотрите, во-первых, у нас есть 44 миллиарда. Вот на 1 июня Минфин отрапортовался, мы получили, что собираемость налога 28 миллиардов уже в бюджете есть. И у меня сразу возникает вопрос, ну а где, куда мы тратим в этом году эти деньги? Потому что дорог мы не строим почему-то, не видно, что вот я еду на север, никто не строит, на юг еду, никто не строит, школы как-то вообще, то есть эти деньги, мы не видим использования их на благо населения. Мы должны прекратить воровство государственных денег, это основная задача следующего правительства, практически ее прекратить, и после этого уже к нашим деньгам будут приобщаться и другие деньги. Но это по-любому, вот это очень такие долгосрочные проекты, мы должны хотя бы начать строить и понимать, что в единочасье мы не сможем. У нас нет столько компаний, у нас нет таких возможностей, у нас нет столько населения, которое можно было бы зафиксировать вот в эти компании, чтобы они работали и выполняли все вот эти договора и контракты. Вы говорили о том, что у нас нехватка своего мяса и молока. Это означает ли это, что остальные все продукты, необходимые, да, для пропитания граждан Республики Молдова, мы все-таки собираем? Там, зерновые, бобовые, все остальное у нас фрукты, избытком. Овощи. Все у нас избытком. В прошлом году, чтобы вы понимали, в такой засушливый год, мы собрали, по отчетам нашего Министерства сельского хозяйства, мы собрали 171% от необходимого количества пшеницы. Мы собрали 200 с чем-то процентов от необходимого количества подсолнуха. Мы собрали кукурузы. То есть вся экономика, все производство сельскохозяйственной продукции, вот непосредственно кукурузы, ячмень, подсолнух, рапс, они все исключительно настроены на экспорт. Это в очень больших объемах производится. И когда мы говорим про будущее сельского хозяйства, мы говорим про сельское хозяйство, которое производит надбавочную стоимость. А надбавочная стоимость – это переработка вот этой сельскохозяйственной продукции. И животноводство на сегодняшний момент является одной из очень важных отраслей. Она не существует, но она может ее в обязательном порядке нужно развивать для того, чтобы переработать, то есть пустить килограмм пшеницы через животное и продавать молоко, сыр, масло. И тогда сельхозпроизводитель не будет. Я ему говорю, они понимают, то, что продав пшеницу вот в такой урожайный год, как в этом году, у него 3%, но может 5%. Когда он каким-то образом на спекулятивных основах на биржах, он может заработать максимум 10%, продав пшеницу в виде сырья, каким образом мы поступаем на сегодняшний момент. А пропустив пшеницу через корову, через животное, через животноводство, он может заработать на некоторые виды товаров и 200% торговой надбавки. Поэтому очень важно для нас устроить животноводство вот, почетное место в нашей экономике. И другое направление для развития сельского хозяйства с очень высокой торговой надбавкой, это, конечно же, переработка, более глубокая переработка нашего сырья, потому что мы на сегодняшний момент импортируем в год на миллиард. Консервирование.
Да, мы на миллиарды импортируем в Молдову макароны, печенье, консервы. А все это возможно производить в Республике Молдова. И когда мы говорим еще про субсидии... А мы импортируем, да, потому что мы сами не производим? Или мы импортируем, потому что мы заключили такие чудесные договора, которые позволяют ввозить все это в нашу страну, несмотря на то, что мы в избытке производим, допустим, свое? И одно, и другое. И потому что мы импортируем, и потому что мы не производим, но это взаимосвязано. В первую очередь мы уничтожили наше производство. Впоследствии, импортируя, мы не даем никаким образом... Ну, мы понимаем, что мы живем в Молдове, и политики высокого уровня, будь то министры или депутаты, они имеют какие-то товарищи, которые лоббируют интересы, чтобы поддержать импорт. Вы тоже депутаты, и, возможно, станете министром. Я один из 15 депутатов, если я буду один из 51 из какого-то большинства парламентского, это совершенно другой подход. И совершенно другой, объективно совершенно другой подход. То, что я понимаю, то, что мы должны поддерживать наших маленьких производителей всех. И более того, на уровне Министерства сельского хозяйства мы должны понимать, что политики должны быть обращены к каждому виду. На сегодняшний момент, каждому виду сельхозпроизводителей. На сегодняшний момент вот тот, который имеет до 40 гектаров, он перерабатывает. Он считается у нас маленький. От 40 до 500 гектаров – это среднее. 500 и выше – это большой сельхозпроизводитель. Ну, такая у нас градация идет. И государство не имеет каких-то определенных политик четких, что касается непосредственно вот маленького, среднего или большого производителя. И вот этот маленький, который имеет 40 гектаров, он поставлен один на один лицом от перед этим крупным сельхозпроизводителем, так называемыми агрохолдингами, которые и импортеры всех импутов, которые они используют в сельском хозяйстве, они являются и экспортерами. То есть вот эти маленькие производители находятся в так называемой кабале и зависимости полной от этих крупных производителей. Тут Министерство сельского хозяйства, которое понимает необходимость поддержки маленьких бизнесов, вот этих маленьких, потому что они создают маленькие места, и им можно приучить к тому. Если у него 40 гектаров, мы можем вот вместе с ним начать производство, потому что мы говорим про маленькие производства. В Молдове уже больших производств как таковых, как было в советское время, когда грузили вагонами и экспортировали на Россию, я думаю, что нам очень трудно будет дойти до такого уровня. Но мы должны начать понимать, что, допустим, если у него есть та же слива, он ее может продавать в свежем виде. Слава богу, что он ее может ее продать. Но не всю сливу можно продать в свежем виде, потому что она, некоторые из них портятся, у некоторых нет товарного вида. У тебя должна быть вот возможность переработать всю сливу. Некоторую, вот первую сливу, когда вот все вот хотят ее кушать, ты ее продаешь задорого. А впоследствии, когда уже снижается цена... У нас есть консервные заводы. У нас есть консервные заводы, но они своего рода тоже монополисты, они покупают очень дешево все. Мы помним скандалы с яблоками, которые на соки брали по такой цене, что дешевле было их даже не везти. Да, вот люди не везли его. Вы помните вот эти фотографии, люди их не возили, потому что им платили там по 30 бани, а я был на севере Молдовы буквально 2 дня назад, и мне говорили, что им предлагали 35 бани за килограмм, а для того, чтобы собрать, ему он тратил 50 бани. То есть он просто оставил эти яблоки гнить, чтобы обогатить землю и так далее. То есть мы говорим о том, что сельское хозяйство в конечном итоге нужно развивать в плане того, что это отрасль экономики. И еще что очень важно для нас, чтобы мы понимали, что в нашем сельском хозяйстве почему-то абсолютно практически отсутствует торговая часть. Вы понимаете? Я не просто понимаю, это следующий мой вопрос. Мы должны... У нас люди, наши производители, особенно те, которые привыкли, мы городские, избалованные, привыкли, что нам привозят там свежее ведро того-то или того-то, да? Сейчас мы почти лишены этой возможности купить вот той утром собранные помидорки в Кишиневе, потому что без сертификата нельзя продавать. А кто будет брать сертификат на помидорки, только что собранные в огороде? Соответственно, мы вынуждены идти на рынки к тем, кто продает большими уже более-менее партиями, турецкие либо в магазин, помидоры, да. Либо в магазине, да, покупать турецкие. Скажите, когда я смогу в Молдове снова есть молдавские сорта помидор? Мы пересмотрим немножко, потому что мы говорим про домашнее производство. И я говорил буквально в прошлом году, у нас были совещания по Зуму с председателем парламентской комиссии, агрокомиссии с Риги.
Он бывший министр сельского хозяйства, и он был вот такой, ну, душевный человек, сельхозпроизводитель. И он понимал, что вот эти крупные сети уничтожают маленьких производителей, агрохолдинги уничтожают маленьких производителей. И вот то, что вы говорите, что ты хочешь съесть, ну, просто хорошую, качественную, натуральную помидорку, выращенную, ну, тетей. Ну, вот у нас да. тут прямо под боком эти наши субурбии, и там собирают, да, и да, привозят собирают, на продажу собирают, в городскую привозят, но они не могут продать. Потому что везде на рынках конкуренция, мы понимаем, что там сидят люди 12 месяцев в году, 365 дней в году, и этому человеку туда практически не пробиться. А мы все-таки хотим, чтобы этот человек смог продать. Потому что это для него один способ заработать еще пару лей в плюсе к этой пенсии или еще к чему-то. Мы понимаем, что этот человек не отравит нас, он нам приносит, вот, допустим, хорошую там, клубнику или еще что-то. Ну, домашнее приготовление. Мы так приучены. Предложение какое? Да. Как предложение изменить? Для них должны быть бесплатные рынки, где имеет доступ на уровне города Кишинева. Вы знаете, в Риге перед Центральным собором министр сельского хозяйства, вот, который сейчас председатель парламента, вот они открываются в 6 утра, и они до 10. Вот они работают 4 часа, абсолютно бесплатные для сельхозпроизводителей. Знаете, у нас тоже в центре города проводят показательные ярмарки. 4 часа. Не показательно, а 4 часа. А я не хочу в центре города показательные. Я не говорю, что она будет одна показательная. Я говорю, показательная. Что когда-то она будет, у нас был замечательный период, когда в каждом секторе мы знали, когда уже появляется наш отечественный урожай, мы знали, где будет ярмарка. Мы к этому вернемся. И мы туда шли, покупали свежие овощи. А вы знаете, вот, допустим, сейчас в Кишиневе, допустим, борются с киосками. И я был на севере, там говорили, что вот у нас есть люди, которые выращивают картошку. Вот он 2 года назад выращивал 300 гектаров, а в этом году 150 гектаров картошки. Потому что даже на уровне микросекторов они закрыли вот эти киоски внутри, да, которые продавали нашу местную картошку, местную морковь и так далее. И ему уже негде продавать. Поэтому сократил 300 на 150 гектаров. То есть это последствия борьбы в городе с киосками, да, в том, мы что все и понимаем, сельхозпроизводители проиграли, и мы как потребители. Да, они пробиться не могут в эти крупные сети, а они продавали через вот эти маленькие сети. А в принципе на сегодняшний момент мы имеем, что ну, закрыли киоски, люди не могут продать. Одни потеряли место работы, другие стали меньше собирать урожай. Да. То есть наши местные проиграли, а импортеры, которые возят сюда, выиграли. Да, мы уступили свой рынок импортерам благодаря одному или двум глупым решениям. Да, потому что не подумавши было все это сделано. И кроме всего прочего, мы, допустим, вот этих сельхозпроизводителей, мы перенаправляем их на вот рынок, оптовый рынок. И он мне говорит о том, что вот продает картошку, ну, когда уже начинается сбор урожая, 2,50, 3,50. А в день он платит за машину, чтобы вы понимали, 600 леев в день. Он мне говорит, ну вы понимаете, что я не зарабатываю 600 леев в день, чтобы платить ему? А машина стоит, а маленький микроавтобус, который полторы тонны везет, он платит 150 леев. Так мы должны говорить о том, что мы, Министерство сельского хозяйства, на уровне государства, должны построить такой оптовый рынок, куда имеет доступ исключительно молдавский производитель. Исключительно молдавский производитель. А мы можем в рамках тех торговых договоров, которые у нас заключены? Можем, конечно. Абсолютно. То есть мы должны менять политику на уровне государства для защиты своего производителя. Мы ничего не должны менять. Мы должны выполнять все эти условия для поддержки наших местных производителей. И все. Там не должны продаваться апельсины, там должны продаваться картошка. Господин Слусарь продвигал все время этот закон о том, чтобы наши торговые сети, супермаркеты, гипермаркеты, минимум 50% продукции, чтобы это было отечественного производства. Вы как относитесь к такой идее? Вы знаете, было больше депутатов, которые продвигали этот закон. Он сам, по сути, ничего не решает. В большинстве своем, в процентном соотношении, где-то более 85%, я получил такой четкий отчет, 85%, более 85% продукции, которые производятся в Молдове, выставлено на полках в магазинах больше, чем 75%, не то что 50%. У нас огромное количество проблем, что касается овощей, сезонных овощей. И 50% на полке овощей не решает проблему производителей. Они, во-первых, маленькие. У них нет гарантированного качества, у них нет гарантированного количества и у них нет гарантированного круглый год данного вида товара. Проблема в том, что они не могут магазинам. И закон 50% для этих товарищей вот эти 4 проблемы не решают. Что должно сделать государство? А что должно сделать государство? Должно помочь вот этим людям объединиться вместе.
И когда мы говорим про объединиться, они должны создавать ассоциации производителей. Потому что если он один производит одну тонну, то они, когда вместе, это может быть уже 200 тонн, 100 тонн, 50 тонн. Совершенно по-другому мы говорим о любом другом количестве. А есть вопрос тогда с тем, чтобы хранением продукции на такой период, чтобы мы могли обеспечить супермаркеты круглый год? Вы знаете, я помню, было предложение, давали кредиты энергоресурс Молдовы. Я понимаю, да. Но энергоресурс Молдовы мы не можем сконкурировать в зимний период с Турцией, потому что у нас энергоресурс очень дорогой, а все эти теплицы это очень энерго... Холодильные камеры. Но холодильные камеры для хранения, сколько мы сможем сохранить помидоры? Или производить кабачок каждый год. Знаете, а мы уже привыкли, что у нас продают каждый... в супермаркете помидоры, что иногда дома ставишь эксперимент. Он в холодильнике вообще в принципе может испортиться или нет? Потому что я вам честно скажу, я один раз, точнее не я, а мой сын, он у меня очень любит такие вещи наблюдать. Мы просто ждали, что будет с этим помидором. Один из положили. Они не портятся. Мне очень интересно, из чего они, чем они напичканы и кто выдает фитосанитарные тогда... документы я думаю, с фитосанитарной точки зрения они соответствуют, там не превышают не может уровень. Помидор не портится месяц, не я может. Думаю, не превышает. Но надо, я вообще-то вот как человек, такой простой человек, но в принципе, руководствуясь принципом Королевского дома Великобритании, они всегда едят сезонные фрукты и овощи. Это такой тонкий намек, да? Я тоже люблю сезонные фрукты и овощи, да, но нельзя есть зимой помидоры, потому что они просто их нет, понимаете? Вы знаете, зимой у нас и картошку не очень получается. И Великобритания, думаю, королеве могли бы привезти высочайшего качества, но они просто не едят сезон. И поэтому у нас, допустим, есть соленья, и те же помидоры, мы их солим. Как же мы будем говорить о безопасности продуктов, которые мы потребляем? То есть мы за свои деньги что покупаем? Нет, я думаю, что мы покупаем безопасные продукты, потому что с фитосанитарной точки зрения, дома проводятся все анализы, они не экспортируют только в Молдову, эти производители, они экспортируют по всему Евросоюзу, и условия их выращивания, мы понимаем, что там, конечно, там уровень химикатов и всех остальных продуктов, я думаю, это безопасный продукт. Может, не имеет столько пищевых качеств, как наши, но это, я думаю, что это безопасно в основе своей продукты. И еще один вопрос, господин Боля. Как мне объяснить ребенку или моим родителям, которые привыкли вообще жить в другие времена, наличие египетской морковки или китайского чеснока на молдавских магазинах при невозможности найти отечественные? Это большой такой вопрос. Опять же, нет определенного... Допустим, все страны мира дают очень высокие субсидии для выращивания чеснока. И чесночный рынок на мировом уровне... Просто мафия чесночная. Да, абсолютно. Да. Там дерутся до невозможности. Я думаю, что вкусовые качества и по полезности молдавского чеснока это на голову выше всего. И чтобы вы понимали, Европа покупает сливу из Молдовы, при том, что они ее выращивают повсеместно. Мы ее экспортируем в Польшу, Францию, такие страны, где имеют опыт и такое, у них есть садоводство. Они покупают нашу сливу. По нашим вкусовым качествам наша слива превосходит все, что происходит у них, и они покупают при большим удовольствием. Поляки покупают и соки производят. Она у нас сладкая, вкусная, ароматная и так далее. Те же качества имеет и наш чеснок. Но в мировом уровне мы каким-то образом не можем пробиться вот в этот бизнес. И мы я в свои магазины не можем пробиться. Мы не можем пробиться. Но я думаю, что, опять же, программа субсидий для вот этих маленьких производителей, которые имеют 50 гектаров, 40 гектаров, 30 гектаров, вот для них это должно быть очень интересно, производство чеснока. Потому что можешь дать, когда у тебя 50 гектаров, и ты сажаешь кукурузу, подсолнух и пшеницу, и ты конкурируешь с другим агротрейдером, который имеет там пару тысяч гектаров, ты никогда не сможешь конкурировать, и ты никогда не сможешь заработать денег. И поэтому я говорил, что государство должно иметь политики и возможности помочь маленьким сельхозпроизводителям, чтобы они понимали, ты должен выращивать не пшеницу, ты должен выращивать чеснок,
ты должен выращивать другие культуры, которые тебе принесут прибыль не меньше, чем... Слушайте, господин Боль, мы уже наблюдали, как у нас в один год был слишком большой урожай груши, а потом стало очень сложно найти грушу, потому что все ее вырубили, посадили орех, потому что орех стал, возможно, экспортировать. А сейчас вырубают орехи уже. Сейчас вырубают орехи и начинают очищать землю под рапс. Да. И это тоже вот массово делается. А как бы сделать так, чтобы наше Министерство сельского хозяйства все-таки как-то сотрудничало с теми, кто напрямую обрабатывает землю и сажает то или иное, и мы все-таки исходили из потребностей прежде всего населения Республики Молдова, и чтобы было выгодно здесь продавать, и второе, есть такие-то квоты на продажу, пожалуйста, но здесь должно оставаться. Потому что мы должны научиться торговать. А мы не умеем. Мы не умеем. Мы не умеем. Мы абсолютно не умеем торговать. Вы понимаете, в сельском хозяйстве работается ну просто безмерно. Это рабы своей работы. Серьезно, это просто люди... Журналисты тоже рабы своей работы. Я понимаю, но это просто очень тяжелый физический труд, очень тяжелый. И когда ты видишь в конечном итоге, что он проводит черту, и он в минусе, проработав целый год, и не он один, а там его семья, там вся его деревня там работает, и все в минусе, и все живут очень бедно, я понимаю, что они не умеют торговать. И поэтому государство должно прийти со своими политиками. И субсидии, вот это является очень эффективным механизмом для развития вот непосредственно вот этого отношения к своей работе. Это я понимаю, но у меня тут не может не быть два вопроса, учитывая, что мы в предвыборной кампании. Кто виноват и что делать? Политики. И политики, которые выполняют интересы компании, которые импортируют. И проводят лобби на самом высоком уровне. И не развивают нашу сельское хозяйство. Что делать? Надо менять отношения. Во-первых, надо поменять политиков, которые выполняют интересы узкого круга лиц. Потому что у нас несколько десятков, ну там до 20 тысяч производителей сельхозпродукции, а экспортеров у нас 4. То есть сливки собирают 4 компании, а работают тысячи, вы понимаете? А все эти люди, мы должны открыть рынок, либерализовать рынок. Наши крестьяне, которые имеют там 500 гектаров, там 400 гектаров, собрал он 500 тонн пшеницы. Понимаете, он должен иметь возможность на бирже продавать вот по таким ценам, какие на тот момент находятся. Или же другие... Это все настолько же просто, насколько невозможно при отсутствии политической воли выполнить вот эти обязательства. То есть, если снять с ключевых мест... политиков, которые на этом зарабатывают, ну, не сами персонально напрямую, а через какие-то определенные свои рычаги. Через предприятия, конечно. Да. То можно поменять, нарушить все эти схемы, да. Изменить ситуацию и устроить честную игру. Всегда. Честную конкуренцию. А хватит ли нам просто честной конкуренции для того, чтобы изменить ситуацию? И поддержки от государства. И поддержка государства. Вот два основных фактора. Это вот честная конкуренция должна быть, потому что без конкуренции мы, во-первых, как потребители должны быть заинтересованы, чтобы была конкуренция, и во-вторых, должны быть политики, которые самой основной проблемой для них это является развитие сельского хозяйства, развитие экономики, развитие всей Молдовы. Я вот сейчас с вами разговаривала, мне пришла в голову мысль, а если вот, говорим, что мы не можем обеспечить 50% выполнения закона круглосуточно, все остальное, а если сделать какие-то стимулирования для магазинов, для больших, этих, которые будут продавать именно наши помидоры, наши огурцы и наши сливы? Но их просто нет. Потому что у нас нет помидоров, нет. Огурцов, да, и слив? Да, но на короткий период есть. И то не может выполнить, понимаете, там есть... Согласитесь, это смешно, Молдова, зеленый край, заходишь в магазин, и можешь купить молдавский виноград. Нет. Нет, у нас по поводу винограда, у нас всегда он есть, пока он есть в Молдове, он идет очень хорошо и на экспорт по более дорогой цене. Столовые сорта. Да, у нас, когда мы говорим о том, что мы не умеем торговать, я имею в виду и тот факт, что внутри Молдовы не существует, кроме вертикальных, кроме на экспорт, у нас еще горизонтальных нет никаких связей между производителями. Потому что, допустим, я встречался с ассоциацией производителей свинины, у которых есть ферма, и они говорили о том, что у них не у кого покупать пшеницу. В то же самое время пшеницу у производителей пшеницы было. Я спрашиваю, а у вас есть долгосрочный договор с кем-то? Вот, допустим, у вас в округе, кроме того, всего прочего, там же есть производители, там и кукурузы, и пшеницы. У вас есть какой-нибудь долгосрочный договор? Я понимаю, что увеличилась цена. Я понимаю, что он тебе не продаст уже по 3,50, потому что уже 4,90. Но у тебя по-любому должен быть долгосрочный договор.
И они говорят о том, что наши производители пшеницы не заинтересованы в таких долгосрочных договорах. Кроме всего прочего, да, мы знаем, каким образом, допустим, работают, торгуют немцы или французы. Он не произведет ничего более, что у него есть в договоре. Если у него там есть на 100 тонн винограда, он произведет 100 тонн винограда, и он знает сразу, сколько он выручит, он больше затрат не сделает, он всегда будет в прибыли. А наши, не имея таких договоров, они производят безмерное количество. И все надеется, что вот произойдет чудо. Вот произойдет чудо. И вот в этом году, допустим, по яблокам... У него родится, а у другого да, нет. Да, да, да. Вот чудо произойдет. У нас все время торговля основана на чуде, понимаете? Торговля — это экономика. Торговля — это математический расчет. Я понимаю. А что сделало до сих пор государство для того, чтобы этих людей научить и сказать, что вот нам нужно столько-то того? У нас есть вообще расчеты, чего и сколько нам нужно для обеспечения безопасности населения, чтобы мы знали, что голод нам не грозит, нам нужно столько-то на экспорт. У нас есть такие-то квоты на Европейский Союз, у нас есть такие-то договора с Российской Федерацией, да, и с другими странами СНГ такие-то. И вот это вот мы точно можем, и вот эти квоты мы не покрываем, потому что мы, допустим, не выращиваем это вообще, такую культуру, хотя можем, и климат нам позволяет, и это было бы выгодно. Зато мы слишком много выращиваем яблок, которые нам потом некуда девать. Нет, ну смотрите, у нас мы квоту по пшенице превышаем в не в этом году, а в обычном году мы превышаем 700%. Нам дают квоту на пшеницу на экспорт на Евросоюз, и там просто по письму от Министерства сельского хозяйства и Министерства экономики мы ее превышаем в 700 раз, квоту на экспорт пшеницы в Евросоюз и всего остального. Конечно, в Молдове есть такие расчеты, мы знаем, каким образом употребляем. Вот берется среднее потребление, допустим, по пшенице за последние 5 лет, и делается такой осредненный расчет, и мы имеем 450 тысяч тонн пшеницы в год для нашей, для обеспечения нашей госбезопасности по обеспечению. Мы говорим и про потребление людей в виде хлеба, макарон, печенья, и, конечно же, про животноводство, потому что мы кормим. Но тут возникает совершенно другой вопрос, насколько вот эти расчеты правильны, потому что у нас, во-первых, Молдова разделена, у нас есть левый берег. Когда мы говорим про экспорт, мы говорим про общий экспорт, а когда мы говорим про производство, сколько было произведено, мы говорим только про нашу часть. Мы не учитываем, что произведено в Приднестровье. А экспорт молдавский состоит и из приднестровского экспорта. То есть он немножко не соответствует реальности. Мы не знаем точно, сколько из Молдовы уж уехала пшеница. Это во-первых. Во-вторых, мы не знаем точное количество людей, которые мигрировали из Республики Молдова. Потому что нам говорят, что у нас 3 миллиона, то у нас 4 миллиона, то у нас 2,5 миллиона человек. А какой безопасность? У нас есть стабильная единица, которая растет. Это количество избирателей. Это да. Да, это всегда у нас растет. А когда мы говорим о потреблении... 3 миллиона 200 тысяч. Вот, допустим, вот давайте вот мы с вами такой расчет проведем. В прошлом году отчитали, что мы произвели 569 тысяч тонн пшеницы. Вот такой был год. При том, что в потреблении, ну, среднее у нас такое 450 тысяч. Я думаю, что были года, когда было внутреннее потребление меньше, но я думаю, что в этом году мы идем по максимуму, 450 тысяч как минимум, потому что кукуруза не так хорошо родилась, и поэтому я думаю, что в животноводстве использовали больше пшеницы. Но в то же самое время был экспорт 117 тысяч тонн. Внутреннее потребление. Мы где-то в мае месяце, по всем показателям экономическим, у нас было уже от того, что отчитались, минус 9 тысяч тонн. Понимаете? Если по белому, то, что отрапортовали наши производители. Минус 9 тысяч тонн уже было. А и в то же самое время, если сравнивать февраль и май месяц, в феврале, допустим, пшеница стоила 4,90, а уже в мае месяце 3,80, 4,30, 4,20. Мука стоила 6,80 в феврале, а уже в 5,80, 5,70 стоила в мае месяце. То есть мы говорим о том, что отчетность и работа налоговой инспекции и всех остальных структур, которые должны понимать, что бороться с уклонением от уплаты налогов, от того, что не декларируют, это их работа, она у нас проводится на нуле. Они продают, так сказать, чичикове от сельского хозяйства, мертвые души. То есть пшеницы у нас еще нет, а уже нет. А ее все еще продают. А она продается, еще идет и на экспорт, поэтому... Замечательно. Замечательно. Налоговая. И вот смотрите, с мая месяца, а у нас еще май, июнь, июль, потому что в производство муки новую пшеницу
пускают, ну, буквально через 40 дней после того, как ее собирают. Ее нужно высушить, она должна созреть, потому что там глютен, и после этого только начинают ее пускать, не вырастет хороший хлеб. Из пшеницы сделанный он буквально сразу, если берешь пшеницу, делаешь муку, потому что она должна дорасти, если ты хочешь, чтобы она выросла, там нужно кидать огромное количество химикатов, это плохой хлеб. Поэтому надо минимум 40 дней выдержать вот эту пшеницу уже на складах, высушенную такую, и после этого выпускать на производство. То есть у нас нет проблем с пшеницей, нет проблем с мукой, нет проблем с хлебом, и те спекулятивные, которые были. То есть... У нас есть в сельском хозяйстве монополисты? Есть. Ну, по крайней мере, есть 4 монополиста, которые являются... Вы понимаете, это все сложилось из-за того, что государство абсолютно бездействовало. А у нас же есть антимонопольный закон. Есть. И это же не естественная монополия. Я понимаю, ну, что мы закупаем на уровне государства электричество. Там еще более-менее естественное, можем говорить. Газ, да, естественная монополия. Сельское хозяйство не может быть естественной монополией. Оно не является естественной монополией. Тогда чем занимается наш совет по конкуренции? Ну, наверное, наблюдают. Ждут, пока их туда все-таки кто-нибудь уволит. Наблюдают, они наблюдают. Они у нас имеют такой более наблюдательный характер. Можно ли тогда говорить, что за подорожанием цен на флуоресварил, на масло подсолнечное, оно имело место, потому что Совет по конкуренции не выполнил свою работу? И да, и нет. В принципе, смотрите, когда мы говорим про подсолнух, я думаю, что тут есть огромное количество объективных причин. Угу. Во-первых, в прошлом году Украина ввела запрет на экспорт подсолнуха в виде подсолнуха. Угу. То есть надо было производить из подсолнуха масло. Конечно же, все товарищи, которые занимались закупкой подсолнуха из Украины на экспорт, они переориентировали свои договора на Республику Молдову. Угу. Потом пошел такой очень большой спрос. И в прошлом году, и в этом году тоже, впервые в Молдове подсолнух у нас обычно стоил 6,50, 7,50, ну 80 лей. А была такая несбыточная цена 14-15 леев, потому что с Украины был запрет на экспорт. То мы говорим об объективных вещах. А если производитель подсолнуха имеет возможность продать подсолнух по 15 леев, ну конечно он его продаст. Это же его товар. И поэтому мы говорим про объективные причины всплесков цен на подсолнечное масло. И государство должно быть готово к такого рода, вот такого рода спросу, увеличению. Это так называемые спекулятивные цены, но они объективны, они складываются из очень высокого спроса и очень слабого предложения. И тогда объективно увеличилась цена до 15 леев за килограмм. И государство в таком случае должно иметь свою программу поддержки слабозащищенных слоев населения. Мы говорим про пенсионеров, многодетные семьи. И ты, вот, ну, человек продавал бы по 8 леев, а так продал по 15. Значит, он заработал намного больше. Если бы у нас работала налоговая инспекция, мы бы заметили поступление, увеличенное поступление налоговых денег в бюджет Республики Молдова. И вот из этих денег мы, как государство, должны выплачивать точечные субсидии уже гражданам, пенсионерам. Там 200 лей, 300 лей в месяц за хлеб, если увеличивается цена за хлеб. Потому что у них очень маленький пенсий. Вот это мы говорим экономический механизм. Государство больше... Экономический это агент... Это уже социальные есть. Но это тоже про это, понимаете? Uh-huh. Не запретительные меры, а экономические меры нужно всегда предпринимать. То есть мы говорим про то, что ну, больше зарабатывает сельхозпроизводитель, значит государство больше зарабатывает, он платит больше налогов. А у нас есть социально необеспеченные слои населения. Мы говорим про пенсионеров, там, многодетные семьи. Там есть 400 тысяч пенсионеров, которые получают пенсию меньше или равную 2000 леям. Это очень мало. И поэтому вот мы должны иметь вот такого рода программы, из-за этих поступлений мы должны вот таким образом работать. А не вводить запрет или любого вида другого административный запрет. Это ни к чему хорошему не приведет. Просто разбогатеют несколько людей из парламента и из министерства, если вводить запреты. Министерство у нас называется Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Оно должно остаться, на ваш взгляд, в таком виде? Конечно, нет. Что с чем нужно разделить? Окружающая среда должна стать другим министерством, потому что мы понимаем, что, вот, допустим, в прошлом году засуха или в этом году огромное количество дождей, град, это является ответом природы на то, каким образом мы себя ведем по отношению к ней.
И тот факт, что мы провели огромное количество водопроводов, это хорошо для, для сельхоз наших жителей, которые проживают в сельской местности. Это очень хорошо, это замечательно. Но в то же самое время мы покрыли страну 3% только канализацией. А мы уже понимаем, что если у него человекопроточная вода из крана, он ставит в себе автоматическую машину. Он использует совершенно другого вида, допустим, соду, стиральную, порошок, стиральный порошок. Это намного выше по уровню химизации. Эта вода уже вытекает, она идет сразу в землю. Она уничтожает землю практически. И мы сами по себе уничтожаем землю. И вот эта вода с таким содержанием, с высоким уровнем химикатов и порошком, это попадает в колодец, потому что люди в деревнях пьют из колодца воду. Это уже такая поверхностная вода. То есть мы убиваем в конечном итоге людей, потому мы должны развивать, строить окружающую среду. То есть нельзя то, что друг другу противоречит, объединять в одно министерство. Нет, потому что никто не держит, нельзя держать на вторых ролях окружающую среду. Нельзя. Природа нас наказывает за такое отношение. Наказывает, причем бьет здоровьем, прежде всего, да, наших нас, детей. И убивает нас. Вопрос следующий. Если предполагается, да, допустить, что вы все-таки получите больше, более 51 мандата партии «Действия солидарности», у вас будет возможность избрать свое правительство. Вы будете вновь кандидатом на должность министра сельского хозяйства? Мы про это не говорили вообще. Если вам предложат, вы будете согласны? Если предложат, почту за честь, но мы не говорили. Вот последний раз про это мы вообще говорили 24 марта, когда мы сидели в парламенте и за нас не проголосовали, то есть там не было кворума, и больше мы вообще не говорили про состав будущего правительства. Кроме всего прочего, понимаете, в остальных партиях, которых право толк, и не только, есть огромное количество очень хороших профессионалов, людей достойных, и поэтому я больше чем уверен, что мы будем рассматривать в широком спектре, когда будем анализировать состав следующего правительства, для того, чтобы иметь возможность притянуть во все ветви власти людей, невзирая на членство его в другой партии, или то, что факт, что он вообще не является членом другой партии. Нас интересует его профессиональные качества, моральные качества, профессионализм, и чтобы он не был вовлечен ни в какие схемы. Потому что, понимаете, как бы он ни был хорош как профессионал, если за ним какие-то схемы коррупционные, это очень плохо. Вот в ваших списках тоже нашли кого-то, у кого схема, у кого судимость скрытая, не погашена, у кого еще что-то. Фильтры не сработали? Нет, там фильтры были нормальные, хорошие. Там было огромное, там не огромное количество, там было 3, или я даже не знаю, сколько людей, у которых были вот эти дела открыты еще во времена Плохотнюка, их до сих пор не закрыли, там ничего серьезного не было. Но учитывая тот факт, что на кону ставится будущее Республики Молдова, эти люди сами приняли решение уйти со списков, выйти вообще со списков партии, не работать дальше, чтобы не ставить никакие вопросительные знаки, что касается, не знаю, там, по вопросу неподкупности наших кандидатов в следующий парламент. Они сами вышли, и мы благодарны им за то, что они вот приняли такое решение. А так у этих людей нет особых каких-то особых проблем. На коллег по правому флангу сейчас, я имею в виду коллег правых, правоцентристов, которые также участвуют в предвыборной кампании. Сегодня ЛДПМ выступила, обращение ко всем, снимитесь все с предвыборной кампании в пользу партии «Действия солидарность». Вы первые, вот как принимаете такие призывы со стороны ЛДПМ? И второе, вы действительно считаете, что все должны в вашу пользу сняться и дать вам возможность взять абсолютное большинство? Мы правая партия либерального толка, и мы поддерживаем многопартийную систему. Да, социально-либерально, но в такой стране, которая была настолько разграблена, как Молдова в течение 30 лет, и с таким обнищавшим народом, мы не говорим про 2-3%, мы говорим про огромное большинство граждан обнищавших в результате так называемой политики, которую проводили все партии, которые были, ну, за редкими исключениями некоторых там министров и премьер-министров. Мы не можем не иметь и социальные значимые, потому что без социальной поддержки населения люди в Молдове просто не выживут. И без социального серьезного политики тоже люди не выживут в Молдове, насколько мы либеральны мы не были. А что касается всех остальных партий, мы очень рады, что есть такая конкуренционная борьба, что партии создаются, что они приходят и хотят участвовать в выборах. Мне не нравится, когда
нет выборов, мне не нравится, когда люди не участвуют. И я вот, если смотрю другие председатели других партий, я не буду их давать названия, я все время говорил о том, что неважно, что ты думаешь, будет у тебя возможность стать депутатом, не будет, ты должен участвовать в этой политической борьбе, иначе нет смысла вообще создавать эту партию. Должен пойти просто и закрыть ее. Уже все говорят, вот 68 партий в Молдове. Это и немного, и немало. Партии создаются, когда есть необходимость в них. Они уничтожаются и исчезают, когда они вот пришли к власти, не выполнили своих требований, не выполнили все те обещания, которые были, и люди просто не голосуют больше за них. Вот это является так называемый естественный отбор политических партий через голосование. Не прошел, они исчезают сами по себе. Мы не должны говорить о том, что у нас 68 партий. Реальных партий, которые работают, действуют, ну, в пределах 10. Появляются новые партии, очень хорошие, сильные, которые, если даже не пройдут на этот раз, я надеюсь, что они пройдут, потому что избиратель есть, люди есть, спрос есть на хороших, честных людей, профессионалов. Очень коротко я вас попрошу, буквально, если можно, в одну минутку уложиться, ответить на мой вопрос. Правильно ли я вас поняла, что если у вас будет возможность формировать правительство, то вы это правительство, даже несмотря на то, что будет у вас большинство свое, допустим, к примеру, теоретически, да, вы собираетесь пригласить представителей и других партий, и гражданского общества, и это не будет правительство только партии действия солидарности? Конечно. В том числе и на такие политические должности, как должности министров? Да, конечно, абсолютно. Мы заинтересованы в результатах работы. У нас нет времени, вы понимаете, уровень ожидания у населения настолько высок, мы должны прийти к власти и начать решать буквально со следующего, даже не со следующего, а вот с первого дня вступления в должность министра они должны начать работать. Поэтому очень важно, там госсекретари, министры, все люди, которые должны прийти к власти, они должны начать буквально сразу работать. Поэтому мы будем приобщать к этой работе всех людей, которые мы говорили, профессионалы. В 2019 году не сильно захотели, в том числе и представители гражданского общества, не ломанулись, если можно так в интернете выразиться. Все понимали, что коалиция была вот такая не очень долговечная, поэтому не все захотели вступить в такую работу. Поэтому очень важно, чтобы люди голосовали за ПАС и за другую, и чтобы у нас было такое твердое большинство в парламенте, чтобы могли... Все, у нас с вами осталась одна минута, и эту минуту я вам даю, чтобы вы обратились к тем, кто нас смотрит. Программу будут смотреть в том числе и записи, смотрят и на Ютубе, и потом будут опять смотреть в записи. Почему люди должны проголосовать за партию действия солидарности? Пожалуйста, одна минута. Многоуважаемые граждане Республики Молдова, я хочу сказать, что 11 июля выборы пройдут в Республике Молдова в парламент, в новый парламент 11 созыва. И эти выборы... В этом году не про партии политические. Эти выборы про нас, про граждан. И про то, что мы хотим, чтобы случилось следующие 4 года. Очень важно понять, что мы уже подарили бездарным политикам, врунам 30 лет из нашей жизни. Нищета и бедность, которые спровоцировали данные политики, выгнали практически 1 миллион жителей Республики Молдова. И поэтому очень важно 11 июля выбрать политиков, которые приходят в следующий парламент работать. Не освобождать Молдову, не освобождать от каких-то мнимых русских танков или румынских жандармов, а просто приходят люди работать. Честных, без схем, в интересах и на благо нашей страны. Поэтому мы предлагаем вам нашу партию, партию ПАС, 5-е место в бюллетенях, проголосовать за нас и впоследствии работать вместе, сообща, на благо нашей любимой Молдовы. Я благодарю вас, господин Воля. Спасибо за приглашение. Спасибо за эту живую дискуссию, беседу интересную. Нашим телезрителям, кто нас смотрит, хочу сказать, оставайтесь на нашей странице. Сейчас мы закончим этот лайв, я попрощаюсь с господином Волей. И через 2 минуты в 20:00 начнется следующая часть, вторая программы, тоже по сельскому хозяйству, с господином Слусарем, кандидатом от партии «Платформа Да». В Фейсбуке, на Ютубе, мы работаем сейчас на социальных сетях, потому что... Телевидение пока штука дорогая, которую могут себе позволить в основном партии определенные. Всего хорошего, берегите своих близких, увидимся через 2 минуты в эфире. Спасибо. До свидания.